13 апреля в Музее хоккея состоялся совет директоров КХЛ. Главная новость – возвращение в лигу «Лады». Несомненно, это вызов. Я очень хотел быть во главе клуба в период, когда бы она выходила в КХЛ. Для меня это, да, вызов и, собственно говоря, мечта в какой-то мере была. Что касается болельщиков, конечно же, они рады. А вот как раз про амбиции, понятное дело, что еще процесс идет, формирование и тренерского штаба, и команды. Вот. Но все-таки, если быть реалистами, какие цели, задачи у команды? Да, этот сезон цели и задачи у команды – бороться за плей-офф. Это, я считаю, реальные такие цели. А дальше будем смотреть. Я всегда говорил, что я иногда боюсь своих желаний. Потому что самая главная мечта у меня – это поднять кубок Гагарина над головой. Также были объявлены пункты новой трехлетней стратегии. Это и постепенное поднятие пола зарплат, чтобы он составлял половину потолка, плюс обсуждается система, по которой будут урезаны бонусы. По инициативе ФХР обсуждается переход на перекрестный плей-офф. Пока самым явным вариантом является перекрестный плей-офф со второго раунда. Также лига продолжает работу по привлечению молодой и даже юной аудитории. Глобально мы поставили себе задачу, если мы сейчас знаем по исследованию, что у нас аудитория – это 8 миллионов человек, да, мы поставили задачу за 3 года увеличить эту аудиторию на 50%. То есть цель – это 12 миллионов человек. Лига продолжает улучшаться. Яркая и плотная борьба в плей-офф тому подтверждение. Но останавливаться на достигнутом не планируется.